Итак, привет всем. Мы находимся в Сианском университете иностранных языков. И сегодня я хочу показать всем, как выглядит наш университет и что, собственно, представляет из себя китайские университеты. Давайте посмотрим. Вот это здание — наша столовая. Большая трехэтажная столовая, где кушают все студенты. А вот так выглядит общежитие. Вон то круглое здание, которое я вам сейчас покажу. Это наша четырехэтажная библиотека. Так, отсюда не очень хорошо видно, да? Ну вот так вот, вдалеке посмотрите, такое круглое здание — это библиотека. А здесь у нас находится центр студенческой активности. И, собственно, за ним находятся учебные корпуса. Примерно вот так выглядит наш университет. Вокруг всего этого стоит забор, то есть, по сути дела, это маленький город в городе. Вот так вот. Смотрите наше видео, все самое интересное, все последние новости из Сианя только для вас. Пока!